Никой. Чем я вам могу помочь? Здравствуйте. Да это мне сейчас входящий звонок сейчас поступил от вас. Что? Да это мне сейчас входящий звонок от вас поступил. Послушайте меня сюда. Я вам звонок не направлял, а вас со мной соединили. Да. С вами связывался робот-помощник нашего банка. По той причине, что к нам поступила заявка на кредит ПИНа, мы под виртуальной картой от вашего имени. Угу. Не, я ничего не подавал. Мы не подавали заявку, не, да? Не подавал, нет. Дело в том, что при подаче онлайн-заявки указываются паспортные данные, сведения о доходах и также второй документ, который удостоверяет вашу личность. Угу. Могли близкие друзья или родственники оставить заявку? За меня? Ну, может быть, от вашего имени, не на вас. Как-то от моего имени не на меня. Это как-то так? Скажите, пожалуйста, данные для входа в ваш личный кабинет есть только у вас? Ну, конечно, да. А ранее вам поступало персональное предложение от нашего банка? Поступало, да. Я не активировал, мне не надо это. Я не брал кредит. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, вы вход только с одного телефона производите мобильное предложение ВТБ? Ну, конечно, да. Дело в том, что я сейчас вижу, у вас есть подключение из московского региона и из Липецкой области. Скажите, пожалуйста, вы территориально где находитесь? В Москве нахожусь. А в Липецкой области? Ну, в Липецкой области я не знаю. Не, в Липецкой области я не знаю. Не имею отношения к Липецкой области. Я так понимаю, вход из московского региона – это ваш вход? Ну, а вход из Липецкой области – это сторонний? Ну, да, да. Простым языком, кто-то ваш личный кабинет взломал и попытался на вас оформить кредит. Ну, видимо, да. Впервые с фактом мошенничества сталкиваетесь? Ну, я раньше как-то меня не заносило так, да, то, что какие-то мошенники не... Я вас понял. Но на данном этапе нам сейчас нужно будет отвязать стороннее устройство, а именно закрыть вход из Липецкой области для того, чтобы у третьих лиц не было доступа в ваш личный кабинет. Угу. Ну хорошо, я сейчас сменю тогда пароль и, в общем-то, и все, и не будет этого входа. Дело в том, что это не будет являться достаточной мерой безопасности. А что, почему? Давайте сейчас я отмечу тогда заявку на кредит и карту как неправомерное действие со стороны третьих лиц. Угу. Назовите ваш номер клиента ВТБ, я сейчас ставлю заявку на отвязку стороннего устройства. Номер клиента ВТБ, а это где посмотреть? УНК. Или в документах, или в мобильном приложении, как вам удобнее. Блин, а я еще, подождите, я хотел вас уточнить, кстати, а вообще сколько мыло хозяйственное стоит? Которое 72%? Ну да, которое ты себе в анус засунешь после этого разговора и прокрутишь там вот так в полный оборот. Я не знаю, я обычно достаю с очка твоей жены. Нет. Не очка ее, а чела, а раздолбанного. Ну, это твое, хохлядское очко, да, вот просто в твое хохлядское. Хохлядское очко, твое хохлядское, ты же хохол, ты же с Украины звонишь, я же слышу. Докажи, что твоя мать не сдохла. Докажи, что твоя мать...